Добрый день, дорогие друзья! Это растение называется каликант. Каликант или чашецветник относится к красиво цветущим многолетним растениям, представляет собой раскидистый кустарник. Куст может достигать высоту более метра. Цветки обладают приятным медовым или кислым ароматом. Бывают розового, темно-красного окраса. Диаметр цветков составляет около 5 см. Цветки распускаются в пазухах листьев. Цветение приходится на первую половину лета. Запах имеют не только цветки, но и листья. Каликант предпочитает расти на рыхлых, хорошо дренированных плодородных почвах. Место для посадки выбирают солнечное, защищенное от ветров. Растение регулярно поливают, засушливые дни полив усиливается. Для удержания влаги почву вокруг куста мульчируют торфом или иным материалом органического происхождения. Минеральные удобрения вносят ранней весной один раз за сезон. Органические удобрения вносят при посадке. Растение отлично смотрится в одиночных посадках. Хорошо сочетается с лавандой, котомником. Каждую весну удаляют сухие слабые побеги. Цветки образуются на побегах текущего года, поэтому старые побеги можно подрезать. На зиму посадки укрывают. Осенью куст аккуратно пригибают к земле и укрывают лапником. Сверху насыпают слой сухой листвы. Укрытие снимают примерно в середине апреля. Каликант размножают семенами, которые перед посевом скарифицируют, замачивают в теплой воде на двое суток. Выдержанные в воде семена сажают в рыхлый и увлажненный субстрат. Семена заделывают на глубину около 2 см. Семена проращивают при температуре 20-22 градуса. Перед посадкой в открытый грунт в почву вносят органические удобрения, обеспечивают хороший дренаж. Растения высаживают на расстоянии около 1-1.5 метра. Чем больше расстояние, тем лучше. При размножении семенами цветение начинается через 4 года или позднее, после сева. Семена данного растения ядовиты. Возможно размножение делением куста, поросли осенью или черенками, отводками весной в начале лета. Размножение отводками осуществляют весной. Побеги пригибают к земле и закапывают на глубину около 5 см. Побеги закрепляют, чтобы они не выпрямились. Затем поливают. Первое время обеспечивают регулярный полив, но не допускают застоя влаги. Лучше покупать саженцы каликата, тогда цветение начнется раньше, так как растение будет уже более развитым. Покупку и посадку саженцев осуществляют весной, когда они лучше приживутся. Взрослые кусты лучше не покупать. Каждое растение, цветущее или не цветущее, все равно прекрасно. Желаю вам, дорогие друзья, удачи и всего доброго!